Харпер ADVB-2440. Уличная телевизионная антенна широкими возможностями. Вместе с самой антенной идет комплект крепления для монтажа, включающий в себя все необходимые болты. Также к устройству прилагается блок питания, кабель длиной 1,4 метра, документация и гарантийный талон. Корпус данной антенны изготовлен из высококачественного пластика и обладает защитой от воды. Сферическая форма антенны исключает необходимость поиска наиболее выгодного направления для приема сигнала и снижает эффект ветровой нагрузки. Антенна оснащена активным усилителем, обеспечивающим коэффициент усиления до 30 дБ для диапазона UHF и до 28 дБ для диапазона VHF, а коэффициент шума составляет не более 3 дБ. Эффективный прием аналоговых и цифровых сигналов возможен в частотах от 87,5 до 230 МГц и от 470 до 862 МГц. Выходное сопротивление усилителя достигает 75 Ом. Питание встроенного усилителя обеспечивается отдельным адаптером и специальным переходником, которые входят в комплект. Продукт подходит для приема сигналов DVB-T2 цифрового ТВ. Для питания требуется стандартная электрическая сеть с напряжением в 220 вольт. Комплектный блок питания преобразует это напряжение в 12 вольт. Устройство пригодится не только для городских квартир, но и для дачного использования, когда ретрансляторы сигнала находятся на большом удалении от жилой местности. We'll be right back.